Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески ослабляем эту нашу естественную твердыню? Почему занимаемся всякими вещами, которые не могут душе радости доставить? О чем угодно заботимся, но только не можем дать покой своей душе. Мы забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам навредить. И что только от нашего неразумения и желания обладать внешними пустяками происходят все страдания и вся вражда и ссоры в нашей жизни. Понимаете? Поменяли ценность истинную, совесть, на что-то внешнее. Марк Аврелий. Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что в былое время ты пренебрегал мудростью, не жил, как живут мудрецы, и едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом. Если ты не прославишь за мудреца, то тем лучше. Будь доволен, если можешь теперь, прямо сейчас же, начать жить так, как требует твоя совесть. Прямо сейчас. Не завтра утром, а сегодня вечером. Прямо после лекции. Я тебе сейчас говорю. Про себя. Следующая тема — счастье. Просто по совести есть какие-то вопросы? Что такое совесть, как она действует? Может, что-то непонятно? Да? Бывает ситуация, когда тебе надо по совести поступить или выполнять свой долг. Как поступать? Нужен наставник. То, что вы говорите, это означает, что есть разные виды долга. Один бывает выше долг, а другой ниже. Приведу вам пример, допустим. Я вам крайний пример привожу. Бывает такая ситуация, что у правителя выбор: или пощадить человека какого-то одного, и тогда пострадает целое село, допустим. Или наказать его, и тогда село останется живым. Но все будет хорошо. Видите, первый долг правителя – это защищать каждого гражданина. Но если этот гражданин виновен, допустим, да, и наказание его отрезвит целый населенный пункт, то тогда надо наказывать. Понимаете, есть разные уровни, разные виды поступков, которые человек должен совершать. И сам человек, особенно когда он находится под влиянием событий, не может это понять. Вот, допустим, я вам сейчас это говорю, если я под влияние событий попаду, я пойду сразу к старшему советоваться с ним, потому что я сам под влиянием событий, хоть и это изучаю, не смогу понять, как правильно поступать. Понимаете, невозможно разобраться, где важнее, какой долг важнее, вот этот или этот. Невозможно, нужно разбирать ситуацию конкретную и принимать в конкретном случае конкретное решение. Вот, допустим, ко мне пришла одна девушка, она беременна, и у нее ребенок без головного мозга развивается, без коры головного мозга. Это означает, что он родится психически больным, недоразвитым человеком. И ей предлагают сделать аборт, а она молится и знает, что аборты делать вредно. Какой совет я ей должен дать? Ну, давайте. Как совесть моя должна сказать? Как моя совесть ей сказала? А? Дать жизнь ребенку и мучиться всю жизнь ей, да? Нет, ну представьте, она должна, я ей даю совет, всю жизнь страдать рядом с ребенком, который вот будет, может, вообще не разовьется никогда. Какой совет я ей дал? Я ей сказал совет такой: пожалуйста, не спрашивайте меня об этом. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу.
не могу сделать правильное решение. Это не в моих силах. Вам придется сделать его самой или спросить у кого-то другого, кто способен правильное решение принять в этой ситуации. Я не знаю, как понять, искать. Может быть, вы и правы, но также грех человека обрекать на невыносимые страдания, если он к этому не готов. Это факт. Но я не Господь. Я не должен человека заставлять делать то, к чему он еще не готов. Потому что если он был готов, она бы не спрашивала меня. Если она спросила, значит, она не готова. Она хочет перенести эту ответственность, которую придет самой принять в жизни, на кого-то другого. Потом всю жизнь она будет говорить: Олег Геннадьевич, зачем ты мне это посоветовал? Понимаете, о чем я говорю сейчас? Не во всех случаях можно сразу принять решение. Иногда бывает вот так. Совесть здесь своя не сработает. Еще раз повторяю, что обычные люди не способны слышать свою совесть. Нужен старший. Есть только развитые люди, которые способны слышать совесть, потому что они не реагируют на события, их разум невозмутим. Они никогда не поддаются влиянию эмоций под влиянием события. Даже если угрожает их жизни, они всегда спокойно их относятся к этому, потому что они знают, что они вечные. Но я не отношусь к этой категории, вот я про себя говорю. Поэтому я спрашиваю старших всегда. Советы беру, спрошу, когда мне трудно. Когда разум начинает вести в сторону, я начинаю спрашивать старших, что делать. Нельзя заботиться одинаково, одновременно и о душе своей, и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, откажись от души. Если хочешь уберечь душу, откажись от мирских благ. Иначе ты будешь постоянно раздваиваться и не получишь ни того, ни другого. Сейчас объясню, как это понимать. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть, то есть оставить тело. И тогда-то, что тебе раньше казалось важным, несчастьем и волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной, пустяковой неприятностью, о которой не стоит и беспокоиться. То есть откажись. Что значит думать о душе? Это значит себя отрезвлять. Понимаете, некоторые люди берут ипотеку на 15 лет. А ты 15 лет проживешь, чтобы ипотеку на 15 лет брать. То есть ты на 15 лет отдаешь себя в рабство. Тебе надо работать на этот банк, который дал тебе деньги, 15 лет своей жизни. Может быть, это не стоит, это вот квартира, вот это вот, где ты будешь на диванчике лежать хорошо. Когда ты там лежать-то будешь на диванчике, если тебе 15 лет пахать придется? А? Другого выбора нет, это ошибка. Всегда есть другой выбор. Жить негде, такого не бывает. Ну как не бывает? Вы же где-то живете в это время? Как не бывает? Ну нормально, я тоже так живу, ничего страшного. Видите, я не умер, ничего. Через 15 лет эта квартира будет твоей. Это интересные мысли. Хорошо, давайте проведем статистику. А скажите, у кого квартира, его не стало в результате ипотеки, а получилось все наоборот. Здесь такие люди сидят, нет? Вот, пожалуйста, вот смотрите в зал. Есть люди, которые пострадали от ипотеки. А есть люди, которые не пострадали, и эти люди — это я. А вы выплатили? А? Что? Этот вопрос остро стоит. Остро вам отвечаю, если вопрос остро стоит, остро отвечаю. Вы можете взять взаймы денег, которые можно отдать легко и быстро, если это действительно нужно сейчас.
Обычно это редко встречается в жизни человека, что ему надо занимать срочно деньги. Редко, но иногда бывает. И когда человек их легко может отдать за короткое время, можно брать взаймы. А? Сколько вам надо будет выплачивать в месяц? 15 тысяч рублей. А как вы думаете, может так случиться в вашей жизни, что и вы, и ваш муж не смогут работать? И как вы будете выплачивать? Вы не хотите ее брать, а что хотите тогда? Где жить? Вы сейчас на улице живете? Которую надо съезжать. Ну, съедьте в другую квартиру. Но я так живу. У меня нет своей квартиры, я живу просто на съемной. И меня выгнали вот недавно с квартиры. Меня выгнали с квартиры, и я переехал в дом, сдавал один дагестанец. А так как у меня у жены очень чувствительные ушки, она хочет жить так, чтобы не было никаких звуков. Она очень сильно страдает от звуков. Но дагестанец сказал, хоть у нас есть комната сверху, мы туда не будем приезжать, живите спокойно здесь, вот в этой нашей вот доме. В этом. Я вам его даю, и через неделю они туда приехали. У нас так получилось, понимаешь, ну что делать? Ну, и начали там, потолок очень тонкий, начали топать там, стучать, бегать. Вот, и нам пришлось съехать с этой квартиры. Бог дал другое место. Ничего, нормально, живем. Что, какие проблемы? Вот ваше тело, в котором вы живете, это тоже квартира. И вам с нее тоже придется съехать. Потому что эту квартиру вы взяли в аренду. Но вам кажется, что вы не вечно будете жить. В этом заключается иллюзия. Поэтому не беспокойтесь, спокойно живите. Я вам точно могу сказать, что все будет хорошо с вашим жильем. Если вы возьмете ипотеку, будете хлебать не солоно. Если не возьмете ипотеку, то я вижу по вашей судьбе, через 5 лет у вас будет свое жилье. А сейчас я для вашего удовлетворения приведу вам статистику. Смотрите, поднимите руку сейчас в зале те, сейчас пока не поднимать, послушайте меня. Поднимите руку в зале те, люди поднимают уже сразу. Поднимите руку те, кто получил жилье, смотрите, внимательно слушайте меня, просто по судьбе. Вот пришло время и пришло жилье. Само собой как-то, погодите, не поднимайте. Я все объясню сначала. Само собой пришло, без чрезмерных усилий. Мы попу не надрывали, просто жили спокойно, откладывали раз, и по судьбе просто само собой пришло жилье. Поднимите руку. Смотрите в зал. Теперь поднимите руку, кто из вас через ипотеку или через чрезмерные усилия, через того, что трудился очень тяжело и смог получить жилье. Поднимите руку. Смотрите в зал. Чувствуете разницу, нет? Вы поняли, что не надо попу рвать? Что все приходит по судьбе само собой. Статистика как бы вам показала. В 10 раз больше людей получили просто по судьбе само собой жилье, когда пришло время. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну вы как бы с лекции же деньги получаете. Чего же вы не можете себе купить квартиру? Знаете, я вам честно скажу, потому что мне хочется, чтобы эти деньги пошли на что-то важное. Я не вижу, что мое жилье является чем-то сильно важным для меня. Вот когда я увижу что-то ценное в своей жизни на эти деньги происходит, мое сердце в 1000 раз больше радуется, чем если бы я их вложил в свое жилье и ходил как там, как тарантул по этой квартире. Понимаете?
Спасибо вам за вашу искренность. Тема больная. Хочется жить получше, но искусственно это не достигается. Приходит время, и Бог дает возможность. Вот знаете, как мне Бог дал? Когда у меня была сумма, чтобы построить себе дом, у меня был выбор или вложить в благое дело эти деньги, или строиться. Я поскрипел зубами, у меня была мечта всегда дом себе построить. Поскрипел зубами и вложил в благое дело. Знаете, что дальше произошло? Я вам сейчас по секрету скажу. Только для вас. Все остальные уши затыкают. А дальше произошло следующее. В моем сердце Господь так сильно обрадовался, что у меня пропало желание думать о своем жилье. Вот просто пропало. Мне хорошо там, где я живу. И знаете, что дальше Господь начал делать со мной? Удивительные вещи. Он начал посылать таких хозяев, которые говорят: живите у меня, пожалуйста, никуда не съезжайте. Ну, за исключением вот этого вот хорошего человека. Но это было всего 2 месяца где-то и все. Остальное время вот посылают таких людей, которые говорят: живите у нас, пожалуйста, мы вас так любим, так хотим, чтобы вы были у нас. Живите, пожалуйста, оставайтесь здесь. Понимаете, с любовью, с радостью. Люди такие, Бог таких людей начал давать. Мы там, как знаете, как гнездышки попадаем в это жилье с женой. И так хорошо там жить, в этом месте, где люди с любовью тебе дают возможность пожить. Понимаете? Вот так Бог может заботиться о человеке, если он ему что-то отдал в своей жизни. Вы для Бога что-то отдали? Надо что-то иметь, да? Сейчас я вам кое-что объясню, мои хорошие. Смотрите, все очень просто. Ничего, что я так назвал вашу жену? Все нормально? Я как отец. Итак, смотрите, все очень просто. Вы просто Богу помолитесь. Ему ведь не нужны ваши деньги там, нужно сердце просто. Надо просто помолиться Богу. И вы тогда получите в 1000 раз больше от Него. Но когда придет время, то Он сам решит. Вы Ему условия не ставьте. Я помолилась, как бы деньги заплачены, где услуги. Вы просто помолитесь и все. Просто так. И вы увидите, что вы под Богом начнете жить. Под Богом жить означает, пропадет вот это жгучее чувство. Нужно свое жилье, нужно свое жилье. Нужно... Это знаете, как в туалет бежишь и не можешь прибежать никак. Потому что до туалета 15 лет. Понимаете? И это не выход вот ну, такой вот. 15 лет ждать, понимаете? Да покакаешь. Это сложно. Лучше помолитесь Богу, и Он вас отпустит, у вас сердце спокойно станет. И вы будете: опа, я живу не в своем жилье, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И никому 15 лет не прочу. Па-па-па-ра-па-па-па. Бог вам такое чувство дать, и вы будете счастливы, что вы смогли 15 на эту кабалу себя не запрягать, а просто жить и нормально в чужом жилье без всяких проблем. Не понимаете, о чем я говорю? А? Вот я сейчас объясню, кому-то платить. Вы просто скажите этому человеку, которому платите за жилье, скажите: спасибо вам за то, что вы нам дали возможность здесь пожить. Вот вам денежка за это. Спасибо, мы вам очень благодарны. И он вам скажет: живите у меня тут, я вам так рад! И благословит вас таким образом. И вы там будете. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, вам будет хорошо, потому что вам отдаст Бог вот это вот за вашу щедрость. Не за скупость, а за щедрость вам отдаст, подарит вам вот это чувство радости жить в чужом месте. Люди думают, что они реально приобретают жилье. Человек не может приобрести жилье. Потому что мы чуть-чуть поживем в нем, потом кто-то другой будет там жить. Это мы не можем навсегда себе домик купить. Это временно все, понимаете? Человек зашел в трамвай, он сел на какое-то место и пошел билет покупать. Потом туда сел кто-нибудь другой, он подходит и говорит: слушай, это мое место.
Что значит твое место? Ты что, его купил, что ли? Это вообще просто там тысяча человек до тебя сидело, тысяча после тебя будет сидеть. А иногда люди стоят и ждут, когда освободит место мое. Там еще не сидел, запланировал. Представляете, сколько страданий? Он сел на мое место или ждать, когда освободит. Это же страшно. Легче просто стоять. Научиться стоять, вдохнуть, выдохнуть и сказать себе, а мне... А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы волка и сову. Понимаете, о чем я говорю? Надо вдохнуть и выдохнуть. Вот я вчера пол лекции хотел писить очень сильно. Вы заметили, нет? Лучше пою, да? Тогда с напряжением пел, да? Но пел же все равно, хоть с напряжением. А писать сильно хотел. Пол лекции прям. И потом, когда в консультации вышел, я всем сказал, подождите минутку, сейчас. И побежал. Но у меня было два варианта, или при всех побежать писать во время лекции, или просто принять судьбу. Я принял, знаете, я забыл об этом. Забыл просто, реально забыл. Я вам желаю забыть об этом. Забыть. И Бог легче вам даст жилье, спокойнее, легче. Когда человек успокаивается, ему легче уже. Это чувство, желание, жажда вот это вот счастья, она возникает, когда мужчина и женщина вместе сходятся. Когда женщина одна живет, мужчина одна живет, есть жилье, нет жилья. Нормально. Живем, живем. Когда они вместе сходятся и начинают наслаждаться друг другом, тогда появляется это жгучее желание иметь свое жилье. Оно возникает просто из желания наслаждаться. Я уже замужем, я уже, у меня все хорошо, почему нет жилья? Знаете, вот это чувство, хочу наслаждаться больше. Это страшная вещь. Ну мы же жили поодиночке без жилья и не парились. Можно вдвоем жить без жилья и не париться. Вы скажете, ну тогда не будет жилья никогда, Олег Геннадьевич. Нет, вы ошибаетесь. Когда человек не парится, вот тогда у него жилье точно будет. Потому что он спокойно к этому относится. Он спокойно откладывает потихоньку. Нет проблем. Откладывал, откладывал, раз комнатку себе купил. Потом раз ее как-то обменял, пришло время. И так далее. Потом еще раз обменял. Потом еще раз обменял. Это у меня так получилось. У меня в Самаре была комнатка. Потом она обменялась на другую комнатку получше. Потом помолился Богу, вложил деньги в Тольятти, фирму в одну. И эта фирма, она не разорилась, одна из трех. И она дала однокомнатную квартиру из этих денег получилось. А я третьей фирмы обошел, и Бог мне подсказал здесь вложить. И эту квартиру однокомнатную мне пришлось одному родственнику своему отдать. Ему нужна она была больше, чем мне в жизни. Но так или иначе, просто я о чем вам говорю, что можно из комнатки сделать квартиру, если не паришься. Просто живешь спокойно, молишься и все. И Бог раз-раз-раз и жилье дает свое. Это с ней непостижимо происходит. Но если паришься, все произойдет наоборот. Потому что те остальные фирмы больше мне благ обещали. Но я почему-то вот эту выбрал, потому что я спокоен был. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вы успокоились немножко, нет? Все нормально? Но я это для всех рассказываю, потому что это общая проблема. У нас же тема вот эта вот. Когда ты о чем-нибудь мирском встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется оставить тело. И тогда то, что тебе раньше казалось важным, волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, которой не стоит беспокоиться. Каждый знает, это следующее высказывание, длительное такое.
Каждый знает, что всякая привычка от упражнения усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться хорошим ходоком, надо часто и много ходить. Чтобы сделаться хорошим бегуном, надо бегать. Чтобы выучиться хорошо читать, надо читать. Наоборот, если перестаешь делать то, к чему привык, то сама привычка понемногу пропадает. Если ты, например, пролежишь 10 дней, не вставая, потом станешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги. Значит, если ты хочешь привыкнуть к какому-нибудь делу, то тебе нужно часто и много делать это. И наоборот, если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь, не делай этого совсем. Вот про выпивку. Некоторые думают, что они никогда не отвыкнут пить. Просто начни потихонечку. Раз, сегодня не попил. Часик не попил. Уже нормально. Потом полдня не попил. Еще сильнее стал. Там день не попил. Потом праздник наступил, и ты как поскрипел зубами и не попил. То же самое бывает со способностями души. Когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно зло. Но вместе с этим усиливаешь себе привычку сердиться, как подкладываешь дров в огонь. Если днем поспал один раз, на следующий день в это же время хочется спать. Замечали? Погневался, опять хочется. Если жену побил один раз, потом уже будешь драться с ней. Уже легко тебе будет. Привычка, она начинает действовать. Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай, что ты повиновался только в этом случае и больше никогда. Зная, что ты в это время усилил также привычку к этим развратным поступкам. Всякий разумный человек скажет тебе, что наши душевные недуги, наши злые помыслы и желания так именно и развиваются. А потому, если ты не хочешь приучить себя к гневу, то всячески сдерживай его, не давай этой привычке нарастать. Но каким путем приобретается такая сила в борьбе со своими помыслами? Вопрос. Борьбе с соблазнами и плохими мыслями бывает полезно искать общество людей более добродетельных, чем ты сам. Вот в этом заключается корень счастья любого человека. Люди в основном не знают этого правила, что энергия знания, привычки и поступков передается от одного человека к другому через близкие доверительные отношения. Вот, допустим, если девушка не может выйти замуж, с кем она должна построить доверительные отношения? С девушкой, которая хорошо вышла замуж, женщиной. И с любовью относиться к ней, заботиться о ней, дружить с ней. Что произойдет? Ее вот эта способность выйти замуж перейдет в сердце девушки, которая не вышла замуж. Но для того, чтобы дружить с такой девушкой, для этого надо победить в свое сердце зависть. Обычно девушки незамужние с кем дружат? Такими же, да. Понимаете, для того, чтобы стать богатым человеком, для этого не надо париться и пахать, как ишак. Для этого нужно, победив в своем сердце зависть, начать служить человеку, который богат. Верно служить ему, работать для него. Если у тебя есть природа быть управляющим, допустим, то ты постепенно в его коллективе начнешь развиваться как управляющий и приобретешь много навыков. Когда ты их приобретешь, у тебя будет выбор или что-то свое открыть, или остаться у него. Это уже ты сам решишь. Понимаете, для того, чтобы стать богатым, не надо упахиваться, как некоторые думают. Для этого надо в своем сердце развить способность строить правильные, уважительные взаимоотношения с тем, кто уже это имеет. Если ты хочешь быть членом правительства, служи честно тому, кто уже является членом правительства. Он тебя будет продвигать. Честно означает верно, с любовью, заботой и так далее. У вас появилось сердце неприязнь к тому, что я говорю? Нет? У кого поднимилось? Поднимите руку. У кого появилось? Ага, сзади. Наверное, подальше от меня можно поднимать. Спасибо вам большое. Спасибо. Знаете, почему в вашем сердце появилась неприязнь? Потому что вы знаете, что служить надо кому-то постарше. Человек не должен отдавать свою жизнь просто богатому человеку. Нужно отдать ее Богу.
Потому что то, что наполняет большой водоем, маленький водоемчик наполнить не может. Когда человек служит начальнику, который повыше, а Бог это самый главный начальник, то тогда все водоемы его жизни, его судьбы будут наполнены.